КДБ обновил спіс так званых тэрарыстаў, у ім 15 новых прозвішчаў. Вось сярод гэтых тэрарыстаў небяспечных гэта Марыя Калеснікава і Максім Знак, лідары мірных пратэстаў 20-го года. Пра гэта да не толькі мы паразмаўляем з Павлам Латушкам, кіраўніком народнага антыкрызіснага праўлення. Спадар Павел, вітаем вас. Доброе утро. Добрый раніцу. Спадар Павел, першае пытанне, вось якое датычыць гэтай навіны пра КДБ, навошта КДБ упісаў у спіс тэрарыстаў Марыю Калеснікава і Максіма Знака, а раней, напрыклад, за нават замер тэрарыстычнага акту паправку ўвялі ў заканадаўства, што нават за намер тэрарыстычнага акту могуць караць смерцю. Вось ці звязаны гэтыя дзве рэчы? Ну, кожны раз мы ставим гэтае пытанне, кожны раз адказ, я думаю, будзе аднолькавы практычна ва ўсіх экспертаў. Зразумела, што рэжым па першую чаргу баіцца пратэстаў і патэнцыялу пратэснага ўнутры Беларусі, тое, што грамадства не змяніла свой пункт гледжання супраць гэтай дыктатуры, жудаснага рэжыму, які ўтрымлівае яшчэ ўлады ў Беларусі, і тое, што ён хоча павысіць ступень пагрозы да тых людзей, якія будуць гатовы да актыўнай дзейнасці супраць этого режима. Я думаю, что только две головные причины, которые могут быть тут названы. Ці будете вы подымать вот гэты факт на международных форумах, подкресливать гэта и як вот дадзены факт упісання у спіс, унесення у спіс тэрарыстаў Максіма Знака и Марыі Калеснікавай, як гэта паўплывае на рэпутацыю Александра Лукашэнкі, які цяпер спрабуе размаўляць са Злучанымі Штатамі, з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый, напрыклад, пра збожжа? Уже вчера этот вопрос я обсуждал с заместителем министра иностранных дел Польши, также с послами Бельгии, Германии, Эстонии, Австрии, других государств. Эта тема как раз была вчера появилась только в паблике, и это один из аргументов, который говорит о том, возможно ли договариваться с этим режимом, возможно ли идти на какие-либо сделки, в том числе и касательно зерна в обмен за отмену или приостановление санкций. Я хотел бы обратить внимание, что вчера от имени Народного антикризисного управления мы направили обращение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций после того, как так называемый постоянный представитель Лукашенко при ООН Валентин Рыбаков встретился с генсеком ООН и обратился с просьбой о подписании новых соглашений в сфере безопасности, Хельсинский 2, ну и всего другого, что там было написано рукой окровавленной в крови убитых украинцев, замученных белорусов и тех, которых он продолжает пытать в Беларуси рукой Лукашенко. Так вот, наша позиция, которую мы высказали генеральному секретарю ООН, и мы передадим ее по дипломатическим каналам в штаб-квартиру ООН, что никакие сделки не могут быть, иметь место с диктатором, потому что, первое, он виновен в массовых репрессиях, в убийствах белорусов, в захвате гражданского самолета, что является актом терроризма. И, кстати, генеральный секретарь ООН в сентябре должен получить доклад от ИКАО по этой теме. Лукашенко развязал гибридную войну, искусственно связя к границам Беларуси огромное количество нелегальных мигрантов, фактически человеческими судьбами, здоровью, жизни, используя их, пытается решить свои интересы. И это не останавливается и продолжается. Лукашенко предоставил территорию для нанесения авиа и ракетных ударов по территории Беларуси. С точки зрения международного права, соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, он является агрессором в войне против Украины. Вопрос, с кем же подписывать соглашение и кого слушать? И действительно, когда в письме Лукашенко говорит о том, что это момент истины для организации, которую мы сберегали 8 десятилетий, я здесь соглашусь с диктатором Лукашенко по той простой причине, что действительно для ООН это момент истины. Вести ли переговоры и договариваться ли с диктатором, у которого руки по локоть в крови. Поэтому мы сейчас, обращаюсь я ко всем белорусским диаспорам за рубежом, обращаться в посольство Соединенных Штатов Америки, в европейские структуры о том, что нельзя
нельзя допустить отмены санкций по поставкам калийных удобрений взамен за зерно. Потому что жизни белорусов, которые сидят в тюрьмах, а это тысячи людей, жизни и здоровье белорусов, которые находятся в концентрационном лагере в Беларуси, тех, которые выехали, тех, кто под репрессиями, той же Марии Колесниковой и Максима Знака, которых я узнал в августе 2020 года, это тоже жизни, это тоже здоровье. И торговать ими взамен за решение других проблем было бы неправильно. Мы в Народном антикризисном управлении считаем, что есть варианты другие решить эту проблему. Зерно, для доставки зерна в тем странам, которые нуждаются. Павел, как говорится, пользуясь случаем, хотел немножко о другом поговорить. Тут коснуться, наверное, больше уже послушать ваше мнение и опыт как сотрудника системы МИД. Вот дипкорпус всегда считался политической элитой, некой такой особой кастой. И вчера одна из топовых тем, это была такой демарш Бориса Бондарева, российского дипломата. В общем-то, действительно, то сложно, наверное, не согласиться с Бондаревым о том, что он заявил о том, что наблюдает уже несколько последних лет деградацию вот этой вот системы МИД российской. Наверное, мы в какой-то мере можем говорить об аналогичной деградации белорусской системы МИД. На ваш взгляд, вот что там может сейчас внутри происходить? Это первая ласточка заявления Бондарева или это будет исключение из правил? Ну, потому что люди, которые работают в дип-корпусах, но все-таки действительно всегда как-то обладали неким таким внутренним большим статусом, и вот то, что происходит, должно в них вызывать, ну, какие-то внутренние противоречия, как мне кажется. Ну, с точки зрения подготовки, профессионализма, интеллектуальных качеств, конечно, дипломаты должны иметь большую возможность и умение для того, чтобы оценить состояние, в котором находится их страна и какую политику она осуществляет. Конечно, как всегда, фактором является денежный фактор, это материальное обеспечение, карьерный рост, который предоставляет государство дипломатам. Не секрет, что дипломаты, например, белорусские, самые высокооплачиваемые государственные чиновники, потому что уровень заработных плат не сравним с тем, который имеет кто-либо в государственном аппарате Беларуси. Первый секретарь может получать или второй зарплату выше, чем министр в правительстве. Ну, понятно, что он находится за рубежом. Так что этот фактор является, я думаю, ключевым. Опять же, в наших контактах, у меня достаточно широкие контакты с дипломатами, которые продолжают работать в системе МИД, и это очередной мой привет Владимиру Макею, они говорят, что ну что ж, мы таким образом, сохраняя свою работу, продолжая работать на систему, мы пытаемся сохранить независимость Беларуси. Но это самообман. Тот самообман, которым жила система МИД все время правления Лукашенко, в том самообмане, которым находился в том числе и я. Я не буду скрывать этого. Мы считали, что да, это хоть мы что-то можем сделать для сохранения независимости страны. Сегодня это уже невозможно. Спадар Павел, и вот вы сказали слово «аннексия». «Медуза», российское выдание, опубликовала свой инсайт про то, что отбывается в отношении Владимира Путина, и они поведомили, что 11 вересня у России может быть принято решение об долучении оккупованных территорий Украины и, махчима, вось проведение некого референдума об так званым узъеднании с Беларусью. Антон Матолько, блогер, казал так само, что они отримливали эту информацию, але ён, например, лічыць чутки про махчимую аннексию, ну, неким таким укидом, как показать, что небыто Лукашенко змагается, как утримать суверенитет Беларуси. Скажите, Киласка, гэта аннексия 11 вересня махчима, ці все ж таки гэта некая такая пиар-акция, неправильная информация? Я думаю, что при всем уважении к такому изданию, как «Медуза», это контролируемый вброс спецслужб, не без участия белорусских спецслужб. Как человек, который принимал участие в переговорах по снятию санкций в 2015-2016 годах, я прекрасно помню те аргументы, которые использовал Макей, заместитель министра иностранных дел Купчина, Шестаков и другие, Евдоченко и другие в ходе встречи в Париже и в Мадриде,
Мадриде, и в Лиссабоне, и потом в Минске, в Брюсселе. И главным аргументом был следующий, что в случае, если не произойдет отмена санкций, мы будем поглощены Российской Федерацией, а главным гарантом независимости Беларуси является Александр Лукашенко. Поэтому нужно сделать все, чтобы сохранить его у власти. Поэтому это повторение пройденных историй, это контролируемый вброс спецслужб, я в этом убежден. Давайте будем реалистами. На сегодняшний день Беларусь фактически оккупированная территория. Беларусь находится под полным контролем экономическим, информационным, идеологическим, если хотите, культурным, к сожалению, Российской Федерации. То есть мы оккупированы даже с точки зрения информации, культуры, образования и так далее. Не говоря уже о военной составляющей, которая является базовой. Лукашенко контролируется Путиным, он марионетка, он выполняет его задачи. И зачем в настоящий момент Путину идти по этому сценарию? Ему, скорее всего, нужно создать ситуацию, когда Лукашенко сам приползет на коленях и уже окончательно сдаст последние элементы государственного суверенитета и независимости Беларуси. Я не считаю, что сейчас это может быть приоритетом для Российской Федерации. Что касательно регионов, которые они смогли откусить от других стран, да, здесь это реально, это бы отвечало бы интересам Российской Федерации. Что касательно Беларуси, я мог бы спрогнозировать, что возможно последуют какие бы то ни было двусторонние договоры, которые будут визуально, может и на практике, еще более показывать глубину взаимоотношений двух государств. То есть пытаться, не знаю, создать органы реальной власти в рамках так называемого союза, какой-то союзный парламент, по крайней мере, с такой миссией, по нашим сведениям, приехал Грызлов. То есть это будет все идти поэтапно, но не через референдум о присоединении. Мы не должны покупаться на эту историю, потому что если опять Запад купит историю, а я, к сожалению, вижу, что некоторые склонны к этому, и контакты это показывают, то это будет очередной стратегической ошибкой внешней политики Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки в отношении режима Лукашенко. Мы не должны стесняться критиковать наших западных партнеров. Они совершили эту ошибку в 2020 году, и мы должны очень честно сказать, если они сделают ее в 2022, значит, ну, ответственность всегда на белорусах, наша судьба в наших руках, но они в данном случае не становятся теми, кто помогает изменить ситуацию, а наоборот, возвращает нас в состояние такой Северной Кореи, замороженной ситуации. Господар Павел, я хотел бы вернуться до того, что вы сказали крышечку ранее про помылковость Перамова с Александром Лукашенком по пытанию украинского збожжа и знятия санкций с Беларусь-Калия у обмен на транспортировку этого збожжа. Вот пытание, соправды, обмерковывается в Организации Объединенных Наций, обмерковывая Державный Департамент Злученных Штатов. Вы сказали, что у вас есть альтернативные пропановы. Какая это альтернатива? Что вы пропонуете Злученным Штатам и Организации Объединенных Наций? Да, может быть, это пока еще сырая версия, сырые предложения. Вчера ночью практически мы делали мозговой штурм на команду, но мы вспомнили, как дипломаты, что в Организации Объединенных Наций существовал такой проект «Нефть за продовольствие» касательно Ирака. И тогда были контролируемые поставки на рынок мировой нефти в обмен на продовольствие для того, чтобы накормить народ. Сейчас можно тоже пойти, если уже действительно это нерешаемая проблема. Хотя я считаю, первое, нужно решать проблему в корне. Корень проблемы – это война. Это то, что Россия заблокировала порты в Черном море, не дает возможности поставок зерна на третьи рынки. Так что первично нужно сделать все, чтобы решить эту проблему. И тот саммит, который состоялся очередной на уровне министров обороны союзников по поддержке Украины, выделение средств, в том числе для ведения войны на море, для того, чтобы оттеснить российский флот от портов Украины – это первый сценарий, который должен быть положен в основу. Второй сценарий – это максимально быстрое, активное развитие инфраструктуры железнодорожной с Польшей, с другими странами, соседями Украины, для того, чтобы, которые, конечно, надежные соседи, увеличить транзит поставки зерна. Да, это сложно, это инвестиции. Я думаю, что этот вариант также рассматривается партнерами. Следующее – это возможный приход флота иностранных государств под контролем
вооруженных сил НАТО. Это третий вариант. Ну и четвертый, возвращаюсь, это нефть за продовольствие, то бишь калий за продовольствие. Когда, может быть, это уже крайняя мера, контролируемые продажи калийных удобрений на рынке третьих стран, и когда дельта, прибыль, переводится в бюджет Организации Объединенных Наций и контролируемо тратится на какие-то гуманитарные цели, покупку медицины, оборудования для Беларуси, а все остальное замораживается для будущей Беларуси. Если Лукашенко такой миротворец, как говорит Макей Рыбаков, его постоянный представитель при ООН, ну так пускай поможет миру, давайте поставим зерно, но взамен он не получает прибыль, а эта прибыль контролируется. Потому что мы призываем спасти от смерти Африку людей, и это важно, я не ставлю это под сомнение, но я также призываю Запад спасти от смерти политических заключенных, тем, которым грозит сейчас смертные приговоры. И я, как белорус, считаю, нельзя ставить на весы жизнь одних взамен за жизнь других. Здесь вопрос, и белорусы должны, конечно, не забывать про нас, про тех, кто может пострадать в результате этих сделок с Лукашенко.